Шинул Глохотнюк, председатель парламента Адриан Канду, Сиафа Инстатели Униті. Шил Ленчарка Шакула, самаджаская пи-американь. Ел спуник к Русия, всем плики, требовали интерния Молдови. К Русия, кипурли финансазы, а еще нечто партиди. До миллиарду в Афи Инторс, промити Канду. Ел минти, pentru că miliardul, ei nu vor întoarce miliardul, pentru că l-au furat, nu pentru a-l întoarce. Și ei, acolo, hamăi în America, cu chestiuni de astea de geopolitică, că vin rușii, vin tancurile, etc., numai pentru a sustrage atenția oamenilor de la probleme interne, de la corupție, de aceste furturi, și pentru a amăgi lumea în aceste alegeri din nou. Dumneavoastră știți că ei fac totul pentru a falsifica și aceste alegeri. Noi nu excludem că ei vor încerca să scoată din alegeri și pe candidatul partidului nostru, așa cum au făcut cu partidul Renato Osat în 2014. Însă, cum a scris astăzi pe pagina sa de Facebook Renato, dacă ei vor încerca să ne scoate, poporul are dreptul la răscoală. Deci, noi avem acest drept, n-ar fi cauza să recurgem la acest drept, dar dacă ei ne provoacă, își bat joc de noi, continuă cu aceste ilegalități, noi nu vom avea alte ieșiri. Când noi am auzit că, așa zisul președintele Timofti, a semnat un decret cu privire la legiferarea decizii ilegale cu privire la acest miliardul furat, dumneavoastră știți că ei au decis că acest miliard să fie transformat într-o datorie de stat pe un termen de 25 de ani și de fapt au pus pe umerile oamenilor, copiilor noștri, să întoarcă acest miliard. Și când noi am auzit, noi am spus că va fi și decretul numărul 2. Acest decret va anula decretul lui Timofti cu privire la acest furtul miliardului. Deci acest miliard trebuie întors nu de oameni, nu de cetățeni, plătitori de taxe, de impozite, dar de cei care l-au furat. Ei nu caută pe cei care au furat acest miliard, dar deși toată lumea știe cine sunt. Este Plahotniuc, primul beneficiar, Șor, Filat deja stă la pușcărie, dar alături de Filat trebuie să stăi și ceilalți. Să confiscăm averea lui Plahotniuc, ca ea să fie vândută, dar banii recuperați să fie întorși statului în contul acestui miliard zis dispărut. Deși se știe unde a dispărut și unde sunt acești bani. Президент стал на сторону этой группировки, Тимофти, против большинства граждан. Президент не должен себя так вести. Президент должен объединять людей из разных партий, разных национальностей. И можно найти команду из разных партий, которая наведет порядок в экономике, в силовых структурах, в армии, на транспорте, в образовании, в здравоохранении. Чудес быстрых не будет, потому что все очень запущено, очень-очень запущено. Но в чем вопрос, в чем суть проблемы? Сейчас мы летим в пропасть, катимся в пропасть. И если вообще ничего не делать, ну давайте падать дальше. Мы предлагаем остановить это падение, стабилизировать обстановку, принять новую конституцию на специальном учредительном собрании, референдуме и начать строить новое государство фактически с нуля. Потому что эта Республика Молдова, которая 25 лет существует, она действительно не состоявшееся государство. Она действительно захваченное и не состоявшееся государство, можно сказать, оно антинародное государство. У нас программа состоит из трех пунктов. Первое – это указ о роспуске парламента. Второе – досрочные выборы формирования нового правительства.
и третье – принятие новой Конституции. Это очень много. Даже один первый пункт, если мы сделаем, это, ну, вроде мало, но это очень много, потому что они, действительно, они просто так не уйдут. Сегодня система – это и есть Плохотнюк. Он как бы сердце, он двигатель этой системы. И если его оттуда не вырвать, оно так и будет продолжаться дальше. Конечно, потом надо менять и систему. Это сложная задача, никто не спорит. Но если не сделать первый шаг, не свергнуть Плохотнюка, дальше мы никуда не продвинемся. То есть он дальше будет над всеми издеваться и всех уничтожать. Но с тем сигур к результату ла честера леджит, партиду ностру вала мажоритатя нов парламент, ва фи формату нов губерн, кари ва ареста пи чей кари ау фурат миллиарду, ау факут алти фереди леджит. Ши ва анчепи ва стопа деклину, ши ва анчепи сфаке ништи лукру буни пентру амин, пентру дезволтаря Молдовии.